Всем привет, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами я, Той Бой, и сегодня я подготовил для вас снова 8 игр, в которые мы с вами сегодня снова поиграем. Первая у нас Brawl Stars, как обычно, по традиции, заходим в нее, смотрим, кто там скинул заявочки, немножко играем, и, возможно, даже открываем какой-нибудь сундучок. Очень хочется выбить себе нового персонажа, но пока что, к сожалению, мне ничего не падает. Так, загрузочка, давай... Хорошо. Так, в прошлый раз мы играли с вами за кольта. В этот раз, наверное, сыграем за кого-нибудь другого. Так, у нас удвоитель жетонов тут в подарок. Ну, хорошо, пускай будет. Так, заявки. Оу, снова 20 заявок, капец. Ладно, всех приму. Пока места есть, пока есть такая возможность, конечно же, вас буду принимать. Возможно, как-нибудь попозже создам еще свой клуб. Так, сколько у меня уже друзей? 143 друга, офигеть. Наверное, скоро все мои подписчики мне заявки понаскидывают. Так, давайте мы сейчас выберем... Хочу за Шелли поиграть. Подкачаем ее для начала. Она у нас сила 5 уже, ого. Ну все, на ней можно нагибать. И пойдем, наверное, в режим столкновения. Очень хорошая карта, кстати говоря, для Шелли. Так, в одиночном режиме. Сейчас займем какие-нибудь кустики, немножко набьем себе баночек и нагнем всех. Сейчас у меня кубков уже более-менее нормально стало. Я начал попадаться против настоящих игроков. И поэтому надо играть немножко менее агрессивно, как я раньше это делал. Брал и всех подряд пытался убить. Сейчас надо немножко более стратегически правильно отыгрывать. Так, там вражеская Шелли. Ну-ка, давайте мы попробуем убить. Ух, это было близко. Я не знаю, как я выжил. Я реально мог умереть сейчас. Так, и Роза у нас там дерется. Так, достать бы до нее. Ать. Хорошо, хорошо, красиво. Прям очень красиво сделали. Слили очень серьезного бойца на карте. И очень много с него баночек собрали. Так, кто там сверху? Рикошет. Он в начале игры заспавнился рядом со мной. Но ни одной банки до сих пор не собрал. Ой, блин, тут Бул еще. Слушайте, ну надо тогда более... нормально отыгрывать, потому что сейчас кто-нибудь в кусты к нам заберется и шлепнет нас. Вот, допустим, какой-то Бул, к примеру. Ну, ладно, все, Була нет. Давайте идем дальше. Проверяем, есть ли кто-то в кустах. Хоба. Ой, Кольт с ультой. Сила 6 у него. Ну, это жестко. Тут еще Роза одна. Угу. Ну, давайте разберемся с Розой. Хорошо. Теперь у нас сила 8. Точнее, баночек у нас 8. И где же Кольт? Угу. Он сейчас так и будет от нас мансить. Но у меня есть только один выбор здесь сейчас. Просто ждать, пока сузится карта. И мы с ним сможем побороться на ближней дистанции. Потому что на расстоянии он меня сейчас вдрючит. Он реально может взять и уничтожить меня. Так, давайте вот сюда встанем. Он сейчас по-любому попытается сюда выстрелить, да. Как же он легко читается. Так. Ой, что-то не попадает. Как так, друг мой? Так, карта сужается, погнали. Начинаем мансить. Сейчас пройдет немножко времени, мы ультанем. И доберемся до него. Так, вот сюда кинем выстрел. Сюда кинем один выстрел. Ой-ой-ой, занервничал парень. А ульту-то зачем просрал? Ну все, иди сюда. Хорошо. Безупречная победа. Очень скиллово всех порешали. Очень вовремя делали выстрелы. Очень правильно двигались. И поэтому заняли топ-1. Так, давайте, сколько мы сейчас заработаем? Так, ну 88. Я думаю, этого хватит на сундучок. Пожалуйста, выпади хоть кто-нибудь. Пожалуйста. Так, и никого мне не выпало. Блин, ну как всегда. Просто как всегда мне никто не выпадает. Хорошо, идем в следующую игру. Она называется The Cook. Она сейчас... сместила прошлую игру с топа 1 в плеймаркете. И сейчас она занимает первое место. Поэтому давайте ее заценим, посмотрим, что это такое вообще. Мне кажется, игрушка прикольная. У нее, вот удивительно на самом деле, у нее сейчас первое место. И она является, ну, с хорошей оценкой, короче, просто игрушка. Вот так будет, наверное, правильнее выразиться. Обычно, если игры занимают первое место, у них средняя оценка 3 балла. А у этой оценки очень хорошие, она, по-моему, 4.4, что ли, что-то такое занимает. И это круто. Так, touch to play. Нажимаем.
Нам надо сделать салат. Вау, слушайте, графика очень классная. Так, хорошо. И накидываем морковку. Что нам теперь надо сделать? Угу. Мы вводим вот так ножичком и режем это все дело. Так, прикольно. Слушайте, очень классно, мне нравится эта анимация. Все очень неплохо так выглядит, но реклама, конечно, самый подходящий момент. Давайте мы сейчас еще раз зайдем, только в этот раз без Wi-Fi. Я совсем забыл после Бравла его отключить. Так, ну-ка, где эта игра? Давайте заценим еще раз, что нам тут надо сделать конкретно в этой игре. Она чем-то напоминает Blender It. Мы в прошлой сборке с вами играли в эту игру. И, кстати, в эту сборку я тоже добавил Blended, поэтому, да, мы посмотрим, чем именно они похожи. Так, салат. Я уже делал салат сегодня. Вау, это какой-то новенький салат с, получается, помидорками и мясом. Странный, конечно, салатик. Мясо мы даже жарить не будем, что ли? Просто так подадим его? Как-то странно будет, честно скажу. Так, режем помидорки, чтобы все красиво было, чтобы все прям по фэншую. Так. Оп. И все скидываем в нашу миску. И что получается? Так, нам надо добавить немножко... Чего? Ягод? В мясной салат? Или это просто декорация получается? Так, давайте дон. И чё это? Она это все съела и дала нам деньги свои. Салат с ягодами и мясом. Ну, блин, такое, конечно. Я бы не стал такое есть, но... Ладно. Игрушка прикольная, если что, всем советую. Называется The Cook. Мы отправляемся сейчас дальше. Еще одна игра из топа Play Market, только она уже немножко пониже находится, и оценки у нее похуже, там 3,3 среднее количество. И давайте заценим ее, посмотрим быстренько, что тут к чему, что как. Так, нажмите здесь. Ага, теперь нажмите здесь. И что нам надо сделать? Не особо понятно, но думаю, что сейчас по ходу дела разберемся. Так, ну, чисто логически, мне кажется, надо синий скрестить с синим, красный скрестить с красным. Да? Все настолько просто, что ли? Серьезно? Так, собираем награду. Ну, тут абсолютно то же самое, только теперь они находятся немножко в другом месте. Усложнения будут какие-то по ходу игры? Ну что это? Ну, блин, они что думают, что я не догадаюсь, куда что поставить? Это, наверное, игра совсем для малышей была сделана. Ну, потому что я в ней вообще ничего тяжелого не вижу, сложного. Пока что. Так. Прошли еще один левел. Собираем монетки. Вот, теперь у нас три места, но почему-то у меня не нажимается нифига. Ой, что-то зависло все. Капец. Игра не справляется. Появилось три цепи, появились лаги. О, нет. Так, ну нафиг, короче, ребят. Конечно, игра не тянет на топовую игру, поэтому выйдем из нее лучше. Мне не понравилось. Так, Scary Teacher 3D. Мы там остановились на втором уровне, точнее, мы его прошли, и сейчас у нас третий уровень будет. И надо будет взглянуть, что же нам надо будет здесь сделать, потому что... Я вот совсем не помню, как проходить эту игру. Так, собираем ежедневную награду. Хорошо. Так. Возвращаемся обратно. У нас тут всякий донат просят, но нет, мы ничего донатить не будем. Так, The TV Villain. Нам надо сделать что-то с телевизором, скорее всего, сейчас будет. Mess with the TV, so that Miss T cannot watch her favorite horror show. Нужно будет что-то сделать с телевизором, чтобы наша злая училка не смогла посмотреть свое любимое хоррор-шоу. Хоррор — это, по-моему, ужастик, да, чтобы она свой ужастик не смогла посмотреть. Вот. Рудник вам транслейтер еще вдобавок. Точнее, не рудник, а той бой. Сижу, перевожу вам тут английский. Так. Так. Sneezing gas. Laughing gas. Dancing Gas. Нам надо что-то с ней сделать, чтобы она... Давайте Dancing Gas попробуем. Хочу посмотреть, что это за приколюха такая.
Tap to ability button to enable it. Вау. Теперь она дэнсить начала. Так. Заходим пока что в хату. А, звезда может быть использована для покупки. Угу. Собираем звездочки. По-любому они нам пригодятся. Так. Вилхи. Так, мы можем покупать подсказки. Кровбар. Мы можем ударить телевизор кровбаром. Понял. Только где его найти? Find a way to mess. Ну, это понятно. Так, заходим внутрь. Привет! Как дела? Так, давай мы ловушку уберем. Очень приятно, что ты ее здесь оставила. Но я бы не хотел на нее напороться. Кстати, классная картина, да. Постой там немножко, посмотри. А я пока поищу, чем бы тебе сломать телек. О, слушайте, а вот этой штукой можно будет треснуть? Да, слушайте, можно будет. Так, куда она идет? Мне вот непонятно немного, куда она собирается сейчас идти. А, она в зале ходит, на первом этаже. А, ищем телевизор. Главное ни на что не напороться и не помереть случайно. Так, она наверх собирается идти? Нет, она все еще по первому этажу ходит. Так, идем. Что у нас здесь? Здесь комнатка просто обычная. А! Так, телевизор у нее на первом этаже находится, судя по всему. Вот. Где-то вот в этой комнатке. Прям под нами. Капец. Че, капец? Надо спускаться как-то. Так. Что у нее здесь? Скотч. Оу, слушайте, а может мы с молоточка сейчас дадим? Это будет жестко. Так, где баба эта? О, сюда идешь? Слушай, мне срочно нужно вниз. Давай мы как-то разменемся. Ты пойдешь в одну сторону, я в другую. Договорились? Только не вздумай ко мне идти, хорошо? Так. Она прям ко мне идет, да ну? Ну что, глупенькая, что ли? Так, где-то здесь был спуск быстрый. Вау, что за лаги начались? А, давайте вот отсюда сейчас спустимся. Где она? Она у меня не прогружается, блин. Давайте мы на нее Dancing Potion используем и попробуем мимо нее пробежать. Получится, интересно, у нас это или нет? Так, ты меня не видишь? Вот она флексит, конечно. Так, это у нас кухня. Нам на кухне не надо. Нам надо в какую-то комнатку. Где у нее телевизор стоит. Но я что-то вообще не шарю, где этот телек у нее стоит. Так, здесь просто какие-то инструменты, какая-то херня всякая. Так, где ты, баба? В окошко смотрит на втором этаже. Ладно, пускай смотрит. Что у нее тут? Замок стоит, слушайте. Ага, мы проникли к ней в логово. Телек твой где? Той бой в поисках телевизора. Да где же он реально? Это уже ненормально как-то, что я так долго не могу найти телек. Вот он. Все, сломали. Лазим через окно. Прыгаем отсюда. К чертовой бабушке и уходим. Уходим в закат. В далекое и прекрасное. Все, давай. Приступай смотреть свое любимое телешоу. О, нет, как же так? Довели до слез старушку. Ладно, погнали в следующую игру. Что-то мы как-то затянулись с этим Scary Teacher. А дальше отправляемся в Red Ball. Прямо сейчас, если смотрите этот видеоролик, можете воткнуть лайк, написать в комментах, какую игру еще хотели бы, чтобы я сыграл. Ну, если у вас есть реально какая-то годная игрушка, я в нее обязательно поиграю. Посмотрю за кадром, что вы мне там насоветовали, и поиграю. Так, сейчас у нас идет 7-й левел Red Ball. Ой-ой-ой, не втащи мне там. Пам, пам, убили. Так, попытаемся его пройти без косяков. Так, вот здесь надо вот так прыгнуть, оп. Без косяков, без всяких затупов-запупов, как у нас это обычно бывает в этой игре. Пытаемся играть правильно, а получается как всегда. Так, что у нас здесь надо сделать? Наверное, надо вот эту дощечку подвинуть для начала. Да, смотрите. И запрыгнуть вот сюда. Чтобы потом взять вот эту коробку, переместить вот сюда. Запрыгнуть на коробку, запрыгнуть наверх. И отправиться в далекое прекрасное к флагу. Хорошо.
добрались. Так, прыгаем вот сюда. Убиваем этого черненького человечка, забираем последнюю медальку. И все, уровень пройден. Замечательно. Ладно, хватит с нас редбола. Будем по одному уровню максимум проходить эту игрушку, чтобы особо сильно не заигрываться с ней, потому что там дальше, после 10 уровня, вообще жопа начинается. У меня там даже мозги скоро плавиться будут, если мы, конечно, дойдем до этих серий, до этих сезонов, когда будем проходить дальше Redball. Там, конечно, жопа будет. Так, Blended 3D. Хорошо, сейчас сыграем в эту игру. Она мне, на самом деле, намного больше нравится, чем The Cook, которую мы вначале играли. И давайте сейчас сделаем все безупречно и правильно. Так, что нам надо сделать? Угу. Нужен вот такой вот стаканчик. Так, что за эффект? Эффект огня добавить. И лайм. Лайм мы тоже сюда добавляем. Так, оп. Безупречно. Не знаю, как лайм у нас не сгорел. Так, мексиканец. О, ему понравилось, слушайте. $500 мы заработали. Точнее, 500 монеток, да. Собираем. Угу. Нам тут выпал приз, и из него просто 150 монеток вышло. Ладно, хорошо. Давайте... О, у нас, кстати, бонус сейчас откроется, рулетка. Интересно, что же нам выпадет? Я пока не особо разбираюсь, что здесь хорошо, что здесь плохо. Возможно, нам было бы лучше, если бы золото выпало. Но нам выпал какой-то апельсин. Ладно, хорошо. Мега Lucky Wheel, но это мы вряд ли с вами откроем. Для этого надо рекламу смотреть, я не хочу. Так, робот, что тебе надо сделать? Ага, приготовить какой-то коктейльчик для него с электричеством. Тогда ему будет хорошо. Так, для начала кидаем телефон. О-о-о, все соки из телефона сейчас выбьем. Так, безупречно. Дальше добавляем мороженку. А, хорошо. И снова телефон. Так, телефон немножко тяжелее поддается. Но это даже хорошо, мне удобнее контролировать его. Так, вот в такой стакан это преобразуем. Добавляем эффект молнии. И ставим туда инопланетную тарелку. Кстати, тарелку не очень хорошо поставили. Но ничего страшного. Так, все равно 3 звезды заработано, это хорошо. И 500 золота снова мы с вами также получаем. Так, откроем в этот раз этот сундук. И в этот раз нам выпал новый стаканчик. Хорошо. Так, отправляемся в следующую игру. Дальше у нас идет Join and Clash. Когда-то давно мы с вами играли в нее, я уже забыл, что здесь нужно делать. Поэтому сейчас буду вспоминать вместе с вами. Так, пошла загрузочка. А, я вспомнил. Мы тут играем за человечков, которые пробегают и захватывают вражеские замки. Так, поехали. Ух, сейчас драка будет. Но нас больше, мы должны завалить их. Да, все, замок наш. Красиво. Красиво. Так, забираем бабки. Хорошо. И продолжаем. Давайте еще пару забегов устроим тут. Здесь в идеале надо сохранить как можно больше человечков. Чтобы вообще все хорошо было. Ой, тут еще и так получается. О, босс. Ну, босса, думаю, мы отмудохаем, нас очень много. Но он с двумя топорами, капец, он кромсал нас, душил. Но мы справились, да. Еще один замок наш. Хорошо. Так, куда мы можем здесь тратить золото? Я что-то не помню. Сейчас будет этот мой нелюбимый режим, где надо будет пушкой руководить. Бум! Бум! Стреляем. Пока нормально получается все. Ой-ой-ой, вот сейчас не очень вышло. Как-то странно, пушка стреляет иногда. Так. Хорошо, и мы прошли безупречно все. Никто к нам не пробрался. Так. Меня все интересует вот. Вот, куда можно деньги слить. Мы можем усилить наш урон или же защиту. Ну, давайте мы будем урон повышать, чтобы как можно жестче справляться с соперниками. Так, оп, нормально, нормально, живем.
Ой-ой-ой, ой-ой-ой, бонус левел, и я так туплю на нем. Дико. Столько монеток пропустил. Ну ладно, ничего страшного, зато сундучок сейчас заработаем. Так, хорошо. И из сундучка нам тоже выпадают денежки. Хорошо, давайте мы пойдем в следующую игру. Это у нас был Join in Clash. Сейчас мы идем в новенькую игру для моего канала. Называется она Epic Mine. Я посмотрел, в Play Market в нее активно играют, больше 1 миллиона скачиваний. Поэтому я решил зайти посмотреть, что же тут к чему. Вроде как это кликер какой-то. Ну, сейчас, короче, подробнее узнаем. Графика очень красивая, мне нравится прям. Со старта такая курочка прикольная. Чувачок с киркой. Загрузка тоже неплохо сделана, анимация загрузки. Так, но как-то долговато она грузится. Надеюсь, сейчас все получится. Даже рифмами начал говорить. Ну? Ну, я хочу поиграть, я не хочу смотреть на загрузку, пожалуйста. Пустите меня. Как я понимаю, мы здесь будем охотиться за сундуками. Потому что смотрите, как он героически смотрит на этот сундук. Сундук, который он не может достать. Наверное, по причине того, что слишком долгая загрузка. Блин, может, у нас Wi-Fi нет, поэтому так долго грузит. Сижу, туплю. Надо включить, проверить, попробовать. Так. В этот раз ты загрузишься? Скорее всего, да. Это, так как это кликер, ему нужен доступ к интернету. Может, тут сервера какие-то есть. Ну да, вот, слушайте. Новости игры, апдейт, и сразу все запустилось. Нужно было сразу включать Wi-Fi для этой игрушки. Так, я нажал играть. Давайте посмотрим, что же нам тут надо будет делать такого. Так, ну же. Пошла жаришка. Черный экран. Вот вам вся жара. Вау. Вот это анимация. Вот это графон. Офигеть. Тут откуда ни возьмись, мы появились в шахте. Нажмите, чтобы начать. Ну да, это кликер, как я и говорил. Мы сейчас будем вскапывать землю и отправляться так дальше. Так, хорошо. Возможно, нам на пути будут встречаться какие-то монстры, потому что сверху я вижу вот здесь полоску со здоровьем. Слушайте, а можем мы куда-то в бок уйти, или влево, или вправо? Но, видимо, нет. Можно двигаться только прямо. Ладно, ты выжил, сундук богов, проснулся, легенды не врали. Ага. Так, что у нас у кузнеца есть? О, новые кирки. Очень много всякого нового. Понятно, но пока что мы, скорее всего, это не сможем с вами приобрести по причине того, что у нас мало ресурсов. Мы только начали играть. А в шахте у нас есть еще уровни, да. И здесь мы зарабатываем деньги и всякие руды. Так, старый рудник, вторая шахта. Это как описание моего второго канала. Старый рудник, вторая шахта. Так, пробиваемся дальше. И последняя стеночка у нас остается. И, к сожалению, что-то в этот раз мы как-то мало всего заработали. У нас пещера в основном только из камня состояла. И только одну металлическую руду мы с вами заработали. Ну ладно, давайте мы уж в следующий раз, если хотите, подробнее оценим эту игрушку Epic Mine. Пока что сделаем небольшой перерыв, паузу. Новый ролик будет уже завтра на канале. Если что, приходите в то же время, в 8 утра. Я вам напоминаю, что с вами был... Все, у меня уже язык путается, я заболтался. С вами был я, как обычно, Той Бой. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки. Еще увидимся. До скорых встреч!